Решили с Сёмой устроить соревнование, кто больше нарвет клубники. Вот наш участочек для соревнований. Вот они, наши судьи. Они будут так. Ну, ты давай эту грядку, а я эту грядку. Ну, разделим силы. Давай одну по половинке, вот эту. Ну, давай по половинке. А судьи потом скажут, кто из нас быстрее собрал и кто собрал больше. Только судьи... А что, а Марсика не было с нами? О, вот он, главный судья, это Марсик. Ну что, Сём? Давай. Приступим. Я эту собираю. Ты эту собираешь, оттуда начинай. С края, а я отсюда с края начинаю. Ну? Ты какую? Тут крайний? Погнали. Так, какую? Красную собираем или зеленую? Красную. Ты красную будешь собирать? Да. И я буду красную собирать. А собачки будут всю остальную. Вот, земляне. Ну что, это Сёма собрал, это я. В принципе, что судьи скажут? Судьи, правда, помогали нам со всех сторон. Особенно Мирка. А мы вспоминали Сёмы, когда он знакомился с собачками. Пошли. Пойдем дальше, на следующую делянку. Когда Сёма маленький был, он немножко боялся собачек. Но ему так хотелось с ними познакомиться, так хотелось погладить их, что он преодолел страх. Ага, и крыжовник, и смородина. Преодолел страх и подружился с собачками. Да, Сём? Да. Помнишь ты это, да? Да. Ну вот. И мы помним, потому что у нас есть видеоматериалы, которые позволяют нам вспомнить историю. Иногда мы смотрим, что было раньше. Ну что, вот еще делянка. Все, ну, вот это если мы все осилим. Ты здесь? Давай, да? Давай. А я здесь. Ну что, ну-ка ставь. Рядышком сравним. Поделись, человечество, что с тобой? Авария случилась какая? Рассыпал. Бежал, хотел быстрее собрать. И получилась непредвиденная задержка. Уронил. Хорошо, что не на землю, а на щебень. Теперь собирает, сидит. А я вон собрал. Ну вот, почти мы уже завершаем соревнование наше. Ну да, она камни отличает от клубники. Куда? Не лезь сюда. Нельзя. Сём, ну... Нам одна дорожка осталась, и все. Да, ну что ты там? Надолго тут засел? Небо все идет, кот. Спотел? Скупаемся потом. Вот. А ты вон собери еще там, Жень. Ты эту не собирал, да? Нет. Рви, она что, мокрая, да? Она уже... А что ж ты кидаешь? Мои руки. Бери. Чем? Ну давай. Мою забирать. Рви. И себе надо немного нарвать. Хотя ты можешь каждый день выйти из себя, да? Да я в себе каждый день выхожу и рву. А нам часто. А вам надо вот приходить. Так, пошли. Значит, давай так, Сёма. Так. Иди, ты оттуда, а я отсюда, навстречу. Иди, давай, закончим. Я тоже хочу уже уйти. Да. А что это за плоды какие-то? Какая-то ягода. А вот, да. А что это? Вот, даже не знаю. Ну, вкусная. Дай попробовать. Держи. А если я отравлюсь? Да проб... Кто тебе это все сказал? Вот что думаешь, что и получается? Я не крот, очень. М?
Вянет рот. Вяжет. Ну, вкусненько. Да, пока есть. Приятненько. Вянет очень рот. Приятно. На еще одну. Я не знаю, как называется. Надо у дяди Сережи спросить. Держи. Он знает все тут? Да. Ну, он просто помнит, у него память лучше. Он помоложе. Ну что, Сем, давай. Неси. Неси сюда тазик свой. Сема, тазик неси. Встал. Сравни. Ну вот. Если пересыпать еще ко мне. Пересыпать, она подавится. Идем дальше. Вот шли-шли. Решили сделать перерыв. Раздеться. И у нас впереди... Вон они уже, собачки, начали купаться. О, помаши человечеству. И я тоже. Вон себя все снимаю. Да что мы в конце концов будем мучиться так же? Угу. О, хотел у носка скупаться, а потом решил, думаю... Не надо. Наверное, я ж могу снять носки, да? Ленивиться не надо. И ленивиться. Пошли. Пошли все. Идем. А где наши собачки? Марсик уже вон залез. Ну все, пошли. Залазим. Ой, а плитка какая. Горячая. Тут пиявки, по-моему. Нет, это лягушки тут... новые. Это да, новые лягушки. Да. Пошли. Ой. Ну, все. Давай. Кто первый? Я первый. Ой, а вода-то прохладненькая. Ну иди, 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 иди. А я сейчас считай. Это кажется на улице, что жарко, на самом деле. Не нормально. Я, наверное, больше всего вот этого. Ты будешь? Ну лезь, лезь, давай. А ты куда? Ну ты будешь немножко это обкупываться. Я с тобой буду. Да. Ну, что вы так слабо? Марсик и то, глянь, сидит вон. Видишь, где? Чего ты вон не хочешь? Ой, я не могу стоять. Ну и поэтому печет. Давай, заходи там. Но надо выключить камеру. А то ж я как да буду. Положи куда-нибудь. Ну, положу сейчас, выключу. Все. Сейчас? Дальше отходи. Дальше, а то ты там об ступеньку ударишься. Нет, глубже. Заходи еще. Да, и туда прыгай. Быстрее. О, молодец. Ну что, здорово? Да, здорово. Классно? Да. Ну вот. Ну, покажи, как ты плаваешь. Смотри, там глубина, Сем. Там глубина? Там, дальше глубина. Там 2 метра. Вот здесь плавай. Я пока еще не знаю, умеешь ты плавать или нет. Пока что на меня пока снимай. У меня такие. Нет, ты держи. Да. Ну-ка. Ну, пальцами вот так вот к ней. Во, держи. Держу. Держишь? Да. А там глубина такая. Тут глубина большая. О, да, вижу, что ты спускаешься. Угу. А там ступенька, что ли? Да, да, да. Сейчас, все. Ха, давай! Ой, ой, как хорошо. Подожди, все. А вот так. Сейчас мы телефон оставим на берегу, а то он... Нам мешает. А, давай, ты канал. Ты держи ровно его, ты как занимаешь. Давай. Все, в мою сторону не направляй. Я... Давай.